двух сотрудников завалил. Доказали одного. У них вооруженный налет был на компьютерный салон. Всех его подельников положили, а этот выжил на больничке. Четверку уже оттянул. Сейчас на пятом отряде. Сидит тихо, у мужиков пользуется авторитетом. В блатные дела не лезет. Человек из Москвы за него серьезные деньги предлагает. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки, линия жизни становится точкой. Стручки и дни, стежок за стежком, шьют твое тело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небеса. Я свободен, я как Христос на тишках. Быть другим — это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе, сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно, тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Я свободен. Ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки, арабская вязь. Я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не три. Свобода — это то, что у меня внутри.